К справедливому и рациональному использованию материалов для защиты от коронавируса и достижения баланса на рынке призывает Всемирная организация здравоохранения. Она отмечает, что спрос на средства профилактики от вируса увеличился в 100 раз. Однако в приоритете обеспечения медицинскими масками работники здравоохранения, затем больные люди и те, кто за ними ухаживает. По последним данным, число умерших превысило 720, а выздоровели 2050 человек. Тем временем в Китае к борьбе с эпидемией привлекают и новые технологии. Так, температуру в Поднебесной начали измерять роботы. Умную машину изобрели на юге страны специально для тех случаев, когда контакты между людьми нужно сократить. Андроид работает одновременно с данными 10 человек и запоминает образ пациента, у которого выявлены подозрительные симптомы. Также он различает тех, кто носит маски, а кто нет.